Я вернулся домой на Лодочную улицу, и мы с Леней пошли в наш старый дом. Наш старый дом сохранился, сохранилась какая-то мебель. Значит, зеркала, стекла все были разбиты, мебель была пострелена, но кто-то дом жил в нем? Сохранился. В нашем доме жил полицейский, семья полицейского. Фамилия его была Черный. И наши соседи уехали вместе с немцами. Значит, дом был полностью пустой, и мы с Леней поселились в этом доме. Буквально на третий день после того, как мы стали жить в нашем доме, открылась дверь, и пришел человек в военной форме и сказал, что вот я хотел бы узнать что-нибудь о судьбе Таубкиных. Значит, Леня сказала, что вот, наверное, все погибли, а вот только мальчик остался. Он сказал мне, что он врач, что он работал вместе с моим отцом, и что он приехал сюда вот с госпиталем, а что мой отец жив и в самые ближайшие дни появится здесь. А буквально спустя несколько дней, значит, прибежал мой товарищ по двору, такой Клим Лисовский, и сказал: «Твой батька идет». И действительно пришел отец.